Verbillo. Композиция Джонни Холлидея. Задорожнюк, Сергей Вербилло. Ну, честно говоря, я на протяжении этих 4 минут в основном слушал замечательный вокал Джонни Холлидея. Да простят меня поклонники этой пары и возрадуются поклонники Джонни. Самый сильный на сегодняшний момент украинский дуэт. На прошлом чемпионате Европы были 7-ми. На мире занимали 15-е место. После двух видов программы они были
Еще раз скажу, восьмыми опережали наших Боброва-Соловьева на буквально на 54 сотых балла. Итак, у наших ребят, сколько у наших ребят? 84,9. Так что, в общем, смотрим, сколько получится. Произвольный танец Ани и Сергей. Александр молчит. Политкорректно. Я жду сейчас повторов. Чтобы не высказать все свои чувства. Нет, вы знаете, я просто наблюдал за этим танцем. Все-таки я сторонник того, что танец должен запоминаться. Не элементами, да, это... Все, смотрите, парное катание, одиночники, да, пытаются показать характер. Я вспомню программу нашего чемпиона. Кто это может поздравить? Меня. Ланбьер, да, Жубьер. Нет, не Жубьер. Не, ну Жубьер, да, не Жубьер. Мы в этом году мы его просто так оставим. Пытается показать характер. Но даже вспомним все, один все спортивные человек. Пары. Как... Один человек, я говорю, один человек. А даже один, да. Даже один показывает да. Данные, там, не знаю, какие-то программы сумасшедшие руки, окружение, да, прекрасно, наружно. Ощущаешь, что он кто-то, да? Конечно, хочется в танцевальных парах видеть какой-то характер, наверное, управление. Выходишь на лед, кто ты? Что показывает твой костюм? Вот, иначе это просто песня, оформление музыкальное. И вы знаете, очень хорошо вот эту мысль, эту идею, она касается не только фигурного катания, это даже, ну как бы это требование вообще к танцам, это и балет, и современный танец, и модерн, это все, это просто, это вот, ну это как бы некие драматургические основы, да, о которых вы говорите. И очень хорошо это продемонстрировал замечательный телевизионный проект, о котором, как вы понимаете, о чем я говорю, на одном из наших каналов, где Илья Вербух с Александром Жулиным, с замечательными своими помощниками, да, они действительно придумывали каждый раз танец. Почему всегда всем это очень нравилось? Потому что даже на привычную музыку, на привычную музыкальную фразу они придумывали совершенно другую идею. И сюжет другой придумывали. Сюжет, конечно. Костюмы, сюжет, время, да. Эпоха, понимаете? То есть там все как раз то, что нужно. Вот не повезло Кате с Димой, а? Вы представляете, на 0,02 Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло вот с этим вот с замечательным Джонни Халлидеем. Где? 0,02 Представляете, они на 0,02 опередили. Это просто компьютер выбрал не ту буквально оценку, и все. И, пожалуйста, вот тебе 0,02. Обидно, а так наши были бы четвертые. Но, к сожалению, сейчас Катя с Димой пятые. Но все равно это здорово. Это значит, что они по произвольной программе Задорожнюк-Вербилло обыграли. Мы их с этим поздравляем. Отличный дебют.